талантливых музыкантов еще представить в советское время, хотя очень многие говорили, что совок, неправда. Было очень много хорошей музыки, и сегодня есть. Американский юг начинается немножечко севернее. Майами — это не юг, Майами — это Майами. И я играл с бендом, который назывался 18 Wheeler. И они играли в основном country music, и они никак не могли понять, почему я играю country, потому что я не рожденный здесь. То есть, когда меня спросили, откуда ты, я с Одессы, они говорят, не поняли, мы сейчас не поняли.
Почему ты играешь? Как это произошло? Я не знаю, мне нравится, я научился, я играю. Ну и все. Вернемся в советские времена. Если вы не возражаете. Есть, он в принципе есть. Такая группа называется A-Studio. Слышали, правда? То есть сейчас они немножко другие. Был у них солист, когда Батыр, он, к сожалению, ушел. Была замечательная музыка, когда они начинали. И сейчас неплохая, дурачек все-таки была лучше. И отличная песня. Я бы хотел ее сыграть для вас. А найти ее не могу. Нет, нашел. Называется она «Стань моей молитвой». Thank you.
мне позвонили, для тех, кто понимает, называется Боба Майси. Небольшая история из жизни музыканта. Мне позвонили, где-то я играл, кому-то, видимо, попался мой номер телефона, позвонили, сказали, не могли бы вы сыграть для нас. Кстати, это из рутины по-английски. Это то, что я обычно рассказываю по-английски, так оно и было. Я сказал, конечно, с удовольствием, небольшое шоу. Небольшое шоу было на 5500 мест. Небольшое. Это было на севере. На севере это где-то, не доезжая немножко, Джексонвилла. То есть это абсолютно правдивая история, это не придумано. Я обычно приезжаю раньше, потому что мне нужно подготовиться, поставить температуру, подключиться, проверить все. Я приехал туда на 3,5 часа раньше. Боялся, что будет трафик, ну и так далее. Я приехал в огромный потрясающий концертный зал, 5500. Никого нет. Я зашел в лобби, с правой стороны своего рода такой билборд. С моим именем пишется Александр Михайловский, по-английски, соответственно. Скрипач. С левой стороны такого же где-то размера, цвета и формы, такой же билборд. Опять же, с моим именем тоже пишется Александр Михайловский, пианист. Клянусь, я не обманываю. То есть кто-то допустил ошибку. Ну, разговаривать пока не с кем, то есть я зашел туда за кулисы, начинаю раскладываться, пустой совершенно зал. Пожилой мужчина, я не знаю, лет 75-80. Я тут. Света контролирует. Меня слышно? Да. Ну, замечательно. Лгу бессовестно. Мужчина лет 75-80 зашел в зал. Сел на первое попавшееся место, впереди первое кресло, первый ряд. И молча наблюдал за тем, как я подключаю аппаратуру, там, провода, проверяю звук. Молчал минут 20. Молчал, вдруг заговорил, видимо, скучно стало говорить. Ну что мы будем петь? Это после скрипача и пианиста. Я говорю, петь не будем. Танцевать? Или посмотри на меня. Будем танцевать? Он говорит, нет. Я думаю, что нет. А что мы будем делать? Я говорю, расслабились, подождали, увидим. Очень скоро, ну и скоро я начал играть. Вот на этом замечательном инструменте я играл очень немного. Это электроскрипка. Играл я на это. Это больше похоже. После концерта этот же молодой человек подходит ко мне и говорит, так вы скрипач. Я говорю, простите, полтора часа вы над этим работали. Он говорит, ну это без разницы. Скажите, он говорит, есть такое выражение по-английски, скрипка, это violin. Он мне говорит, это is this violin or it's a fiddle? Я говорю, ну тут смотря что, если мы играем классическую музыку, скрипка. Если мы fiddling around, fiddle. Окей. И много вопросов, обязательный вопрос, а это Страдивари? Нет. А сколько вашему инструменту? Я говорю, лет 250. Да вы что? Я говорю, да, серьезно. Да нет, вы шутите. Серьезно, 250. И он никак не мог остановиться. Он мне, значит, 250. Вау. Ну. Минут 10 поразговаривал, мне говорит, скажите, а вы ее покупали новой? Но самое смешное не в этом. Самое смешное, он после этого спросил, а не пора ли уже новую купить? За 250. Я, как каждый музыкант, могу вам рассказать миллион историй, потому что все музыканты попадают в эти истории. Помните, был фильм, назывался, как он назывался? Scent of the Woman?
Аль Пачино, да. Очень хороший фильм был. В нем была совершенно потрясающая танго. Я не знаю, ли вы помните, но я во всяком случае вам напомню. Эта танго называлась «Танго одной головы». «Муруна Кавес». Можно? Спасибо. Thank you.
Есть такой замечательный артист, уже не в советской, в российской эстраде. И я, честно, я очень люблю его творчество, он действительно замечательный, очень талантливый композитор, певец, аранжировщик, потрясающий, вы все его знаете, его зовут Леонид Агутин. Он действительно потрясающий. И у него очень много замечательных песен. Одну из них я хотел бы сыграть, называется она «Дождь надоел».